Не знаю, что это такое. Есть какие-то предположения по поводу того, за что вас задержали? Нет. Вообще никаких? Вообще нет. То есть никакого отношения к поджогам аптек не имеете? А что вы в вечернее время делали? Подвез человека. Подвез какого человека? Ну, Максим звать. Максим это который вот? Я не знаю, который. Подвез куда ушел, не знаю. Угу. Ушел через час. Налетели машину, вот, и все. Помню, звонит, говорит, вот есть Колым. Я говорю, ну, начал спрашивать, что там за Колым, там, что. Он говорит, давай я сейчас приеду, там, и так объясню, короче. Uh-huh. Я ему сказал, где живу, все, подъехал, звонит мне, говорит, спустись сюда, и я подъехал. Так, а это еще, ну, вот, я сел в машину, он мне говорит, вот, надо пугать этих хозяев в аптеку. Вот. Я говорю, ну, начал спрашивать, как там пугать. Он говорит, да ничего, это вроде так трудного, ничего нет. Там подошел к двери, облил бензином, поджег и ушел. Ну ты спрашивал, зачем? Я спрашивал, он говорит, тебе какая разница, тебе платят, все, не надо тебе ничего знать. Ну, как бы это, говорил, что это пугать как бы их. И все. А для чего там, чего, он никогда мне ничего не рассказывал. Потом там какое-то время еще прошло, вот он приехал, звонит, иди, говорит, оденься, говорит, спустись. Я оделся, спустился, и это, сел к нему в машину, мы поехали вот на 6-й квартал. Он показал мне, говорит, вот аптека, просто, говорит, под дверь бензин налить надо и все, поджечь и убежать. За это, говорит, дам 5 тысяч.